Учебный год не за горами. По традиции, педагогическая общественность городского округа Щелково собралась на ежегодной августовской конференции. Ее тема – развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров – качество воспитания, цифровая трансформация. Открыл конференцию и поздравил педагогов с началом нового учебного года глава городского округа Андрей Булгаков. У нас есть все возможности в 2-3 года стать одним из лучших муниципалитетов с точки зрения системы образования. Для этого нужно просто очень дисциплинированно подходить ко всем задачам, которые есть на уровне правительства, на уровне нашего муниципалитета. В 2019-2020 учебном году в округе функционировало 82 муниципальных образовательных учреждения. С 1 сентября вводится в эксплуатацию школа в микрорайоне Солнечный на 1100 мест. Второй корпус школы номер 2. Этого события ждут ученики, родители и педагоги, ведь открытие корпуса поможет решить важный вопрос ликвидации второй смены в учреждении, а также безопасной дороги в школу для ребят, проживающих в микрорайоне. Всего же 1 сентября к обучению в школах приступят свыше 24 тысяч человек. На конференции обсудили вопрос питания в школьных столовых. С начала нового учебного года все учащиеся начальных классов, а именно 11 684 ученика, будут обеспечены бесплатным горячим питанием в соответствии с указом президента. Особо отметили важность соблюдения всех необходимых санитарных норм в учреждениях образования с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Как вы знаете, все сотрудники детских садов допускаются к работе при наличии отрицательного результата на ковид. Сдача крови на антитела проводится один раз в две недели. В школах на сегодняшний день протестированы 1368 педагогов. Все наши 26 школ открываются для очного посещения. Обязательным будет соблюдение новых требований, утвержденных Роспотребнадзором и прописанных в санитарных правилах. На конференции подвели итоги прошедшего учебного года, отметили успехи педагогов, учеников и воспитанников. В этом году заветные 100 баллов по ЕГЭ набрал 21 выпускник общеобразовательных учреждений. Три школы округа вошли в топ-100 лучших в Подмосковье – школы номер 8, 12 имени Чкалова, а также лицей номер 14 имени Гагарина. В дошкольных образовательных учреждениях был достигнут 100% показатель по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. Фактическая наполняемость детских садов составила 12 297 человек. Показатель регионального рейтинга по созданию дополнительных мест в садах для детей от 3 лет был полностью выполнен. Благодаря именно вашей деятельности, вашему пониманию тех проблем и тех моментов, которые надо улучшать, которые должны соответствовать духу времени, те запросы, они должны доходить до государственных институтов. Труды педагогов не остались незамеченными. Руководителям и работникам образовательных учреждений округа вручили благодарственные письма от руководства муниципалитета и Министерства образования Московской области. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.